Так стали известны некоторые подробности с историей самолета, который совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково. Как сообщают некоторые информагентства, лайнер летел в Махачкалу, чтобы забрать депутата Украинской партии регионов Нурлислама Аркалаева. Такие данные приводит Life News. По словам источников, в махачкалинском аэропорту, когда самолет попытался приземлиться, у него не сработала правая стойка шасси. Изначально экипаж решил полететь в Волгоград и сесть там, но на пути туда изменил план и отправился во Внуково, где благополучно и приземлился.